своей карьеры они уже прошли на чемпионате мира. Фактически в родном городе, но не в родном, но все-таки на территории родной Франции, в Ницце, когда они сумели пробиться в произвольный танец, после чего было только лучше. В частности, 12 место на минувшем чемпионате мира в Лондоне. Посмотрим французское «Лебединое озеро». Интересно. Очень интересное прочтение «Лебединого озера» не находите. Во всяком случае, от традиционной постановки знаменитого балета не так уж и много. Платье крайне оригинальное выбрала партнерша для вот этой своей программы. Не знаю, как реагировать. Пока, скажем так, это не мое «Лебединое озеро», но в любом случае судить все равно не мне, а специалистам. Что касается оценки специалистов, то
по твизлам здесь, в отличие от исполнения этого технического элемента Изабеллы и Дэвидосом, вопросов не возникло. Четвертый уровень, неплохо арбитры отплюсовали. Дорожки шагов обе второй, все остальное четвертый. Ну, в общем, почище французы откатались по сравнению с литовским дуэтом. И оценка очень много будет зависеть от второй оценки, от оценки за компонент. Сколько в итоге получилось у литовцев? У литовцев в итоге вышло 81,5 за произвольную и 134,67 по сумме двух программ. Но, тем не менее, видим, что и Игорь Шпильбанду, который, равно как и Барбара Хузар-Пали, имеет отношение к этому дуэту, понравилось. И сами спортсмены тоже довольны. Во всяком случае, удовлетворение на их лицах можно прочесть значительно легче, чем у предыдущих спортсменов. Десятку, смотрите, одну десятку выигрывает за произвольный прокат Перне Корон и Ллойд Джонс у Тобиаса Тагнюноса. Ну и по сумме, соответственно, тоже остаются выше соперников. 135,7 балла. Балл и еще 0,03 выигрывают французы у дуэта из Литвы.